случайно. Эй, приятель, потерялся? Но иногда случай... Просто нашел его на станции. Принести щенка домой и уговорить меня его оставить. Завтра утром я выясню, куда точно его везли. Может оказаться подарком судьбы. Пап, он мне нравится. У него есть имя? Да, есть. Временный гость. Ну-ка, хватай. Нет-нет-нет, мяч. Он сдурел. Нет, щенка уже забрали. От режиссера «Шоколада» и «Казанова». Домой. Эй, Кати! Он был тут весь день? Нет-нет, минуты две как пришел. Привет, Кати! Не нужно больше ждать его. Он не вернется. Фильм, основанный на реальных событиях. История верной собаки. Эй, Кати! Ставший символом... Это случайно не тот пес, о котором все говорят? Вечной преданности и дружбы. Он приходит на свое место, в свое время, каждый день. Можно сделать неплохой сюжет. Ричард Гир. Джоан Аллен. Эрик Авари, Джейсон Александр. Хатико. Самый верный друг. В кино с 22 октября.